Окей, народ. Ну что, давайте начинать, пожалуй. В принципе, получилось, конечно, не после часу сегодня запустить, но тем не менее раньше, чем обычно. Что, в принципе, уже хорошо. Вот. А в этом случае тогда будем сейчас дожидаться всех остальных. Пускай подтягиваются. А кто в состоянии сегодня? Окей, так, пожалуй, наверное, буду запускать уже, давайте. Не тормозить особо. Переключимся сейчас на игру, вот. А там все остальное. Так, насколько я помню, мы вчера там закончили на строительной площадке, по-моему. Вот. Ну, поэтому что-то там будет сейчас наше... ожидать. A condemned building at the edge of the site. Headed upstairs. I'm at the wrong end. I'll try to get to the roof to get a view of the place. Later, I'm kinda in the middle of something. Be that way. Okay, so we're breaking our backs hauling the hardware here because the choir building's not gonna exist much longer. But what are we supposed to do with the bodies? They're not gonna magically turn to dust when the building blows up. It's gonna be a mess. The boss will figure it out. Trust his twisted evil mind on this. Ну, заходить будем? Судя по всему, нет. Так, а раз так, то я, наверное, еще похожу тут, осмотрюсь. Что полезного, что интересного. Может быть... А патроны какие-нибудь, оружие? А. Ничего подобного. Ну ладно. Раз так, тогда пойдем. Кто там болтал? О. Наша фирменная песня уже пошла. Вход. Где-то есть. Ладно, будем подниматься, смотреть на ходу. Здравствуй. Так, один готов. Ну ладно, вроде нормально все. Вроде все хорошо. В смысле заперто? Хорошо. Как насчет... вот такого тут действия. Так, тут никого нет. Вроде чё. Ох ты ж, мать твою, за ногу. То, я и забыла вас, ребята. Так, еще один где-то есть, да? Нет, порядок. Ладно. Погнали дальше. Я слышу чьи-то шаги. Ух! Теперь еще и выстрелы, мать твою, за ногу. Черт. Плохо дело. А куда-то пал?
О, боже ты мой. Что происходит вообще? Ну, здрасте. Так, никого больше нет? Дайте обезболивающих, да? Что-то как-то совсем плохо все. Ладно, погнали. О, да. Так, ну и сохранение, естественно, надо. Воу! Кто это делает? Ну, как-то так. Это было бы... конечно, обидно, ничего не скажешь. Секс. Maybe yes. Maybe no. Господи, женщина, то заряжай. О боже, еще один. Еще... Ну ни черта себе. Так, ну и походу у нас все зависло к чертовой матери. Ладно, поконим. Месиво. Какое же месиво творится, боже ты мой. Так, заберем, конечно, что-то более утоляющее, ну да. Надо позарядиться, надо все забрать с собой, пока есть возможность. Дальше ее может и не быть. Так, я вот думаю, подбирать, не подбирать. Да подобрать, наверное, конечно, М10. Вот, потому что. Ой-ой-ой. Так, плохо дело. Ну, давай. Да сколько вас там? О, мама ми. О, мама. У-у-у, сальтухи за... Так, подобрать им пока. Так, этот получил. Это было жестко. Я прям уже не ожидал, что выживу как-то. Но тем не менее. Игра дает постоянно шанс. Что, в принципе, хорошо. Потому что я сегодня рукожоп. Так. Оу, май гад. Так, понятно, мы застряли. Ah!
Хоть стой на месте, блин. Ну попади давай. Ладно. Черт, надо было сохраниться здесь. А, ну пошли. Так, за мной еще один. Разворот на 180. Так, один сверху. Один снизу. Еще один сверху. А сейчас мы его прострелим то, что надо. Еще один. Господи. Неугомонный. Неудержимый просто какой-то был чувак. Так, сохранимся. У нас как раз получилось так, что есть парочка еще. Аптечек. А это же прекрасно. Так, ну я побегу сюда, конечно, потому что тут нас ожидает чувак, да, еще. Уф, вот это был уворот. Так, я там наблюдаю, у нас какие-то потери есть, наверное, да? Или может нет? Чудом выжили. Так, погодите. Тебе лазерный прицел есть? Это мне нравится. Давайте, давайте. Ну, хотелось бы, наверное, на вместо дробовика что-нибудь, наверное, получше взять, потому что надо что-то прицельнее. То типа АК. Типа АК. Так, хорошо. Перебить перебили. По идее нормально все там. А, пройти можно. А внизу что? Что у нас вообще внизу? Угу, понятно, а туда не стоит. Хорошо. Hardcore. Doesn't seem that way from the outside. Так. Вроде порядок. Мама мия, что творится вообще?
Так, это... А, нет, это просто я... ящик с инструментами, конечно, но... Ну да. Ну, я понял, это подсказка, конечно, что надо спрыгнуть, но... Я бы хотел посмотреть, что у нас еще тут осталось полезного. И вот следующая глава у нас. Пятая. Из окна. You're right. You are crazy. I'm a fugitive, Max. I just escaped from custody. I wouldn't ask if it wasn't. Go to hell, Max. Bastard. Так, ну чё, по коням? Так, где вы есть? А кто, собственно, стреляет там? Так, пуля прилетела оттуда, значит, они... Кто? Где-то там. Ой-ой. Макс, что происходит? Мать твою за мать. Так, а где второй-то был? А, нет. Я так и думал. Макс, damn you. I'm dead, I know, I know. Так, ладно, на пока сюда ничего. Всем отменем, привет. Так, мы тут чуток того. Погоди. Stack light. А, ничего себе. Вот это. Вот это замес. Тут штуки прям вообще дрюки. Так. Птички-то хорошо. Так, еще один. Ну, попал, по идее, я туда, куда надо, как бы, так что... Мы такие, опа! Да блин, ты залезать думаешь вообще или нет? Как дела вообще? Как день прошел? Так, сохранюсь, пожалуй, но в задницу. Что-то мне как-то сыкотно. Ну. Макс, what's happening? А, вот что. Вот что происходит. Вот это его накрыло. Throw the rules out the window. Odds are you'll go that way too. Mm-hmm. Max, Max. This hadn't been my first fall of the night. Still, just to prelude to the real deal. Still, a long way to the bottom. Сейчас посмотрим. Max, company. Mona, you have to take them out. Buy me time. После стрима. Хорошо. Патронов немерено просто. Мама родная. Так, погоди, я заряжусь. Ты готов? Уф. А. Понял, понял. Шарпей. Вот так ему еще одну. И еще одну можно. О, нет. Максимку-то подстрелили. Черт подери. Как я буду
смотреть в глаза его маме. Ну! Господи ты боже. Так, где там, кто бежит? Ага. Привет, мужик. И тебе привет. И тебе привет. Так, еще кто-то, нет? Не, нормально. Нифига он мочит. Чертяка. Так. Ага, еще один. Вижу. Ага, еще один. И иди сюда. Так, еще одного вижу. Снайперку бы не помешало сейчас. Так, Макс ушел, нормально все. Так, сейчас, погодите, погодите, погодите. Я за патрушками. Ага, прицел есть, есть. Замечательно. Работаем. Вот это дал. Ты готов? Давай. Ага, Max, понял. Can't get a good shot from here. I'll have to backtrack through the building to get a better view. Okay. Do you want us to crack jokes about it, or do you want me to go? Go. Go. Go, go, go. Так, по-моему, сейчас. I was in trouble. I could only hope that Mona would find an opening with a view down to the yard to take the commandos out in time. Да, вообще не вопрос. Так, стоп. А, блин, это... Не то окно. Не то окно, блин. Я забыл об этом вообще. Without Mona's help, I'd be a dead man. Да все, не ссы, я уже на месте. For the first time, and I don't know how long, I realized I didn't wish to be dead. Max, the route's clear. I'm moving, cover me. Так, есть. О-о-о! Повылазила таракана, блин. Е-е-е. Так, где еще один? Что-то не понял, где еще один? Так, понятно. Мона секс, да. Мона и секс это... Это вообще совместимо, конечно. Оп. Ну как-то так. Ну... Напоследок еще. Оу. Я вижу аптечку. Я вижу глюки. I was running out of time. I kept my eyes on the scaffolding, hoping to see Mona there. Так, парни, погодите, я пока не готов. Тут не знаю, как так получилось, но это был не я. Уф. Кошмар. Жарко. Жарко-жарко вообще прям. Кто это сделал? Кто этот? Mona, it's not me, but the guy
Макс, I'm here. Так, за мной еще один чел, да? А, не показалось. О, барочки. Мона, I can see a gateway to another yard. I think I can get past the last sniper. I'm making a run for it. Так, где ты есть вообще? No luck with the door. Ага. There's a gateway here that leads to another yard. Ох, плохо мне. Okay, I'll work my way through the building to meet you there. Так, понятно. Ладно, по коням. Something to keep me on my feet through this. Отлично. Max, то, что I found a way. I'm coming. Угу. Так, следующая глава. Mona must have heard the sirens too. She must not have been too happy about it. Так. Damn you, Max. I told you no cops. Ох, обожаю эти моменты. Ух. И картина так полетел. Так, сохранение, конечно же, не помешает, потому как нас могут подстрелить в любой момент. Кто это делает? А, погодите, я знаю, что делать. Так, где они стреляют, не пойму. Ты, конечно, иди, но я не вижу, кто палит вообще. Или уже порядок? По идее, порядок. Ладно. Okay, stay where you are. I'll let you know when I'm in position to cover you from the other side of the yard. If she couldn't make it to the other side of the yard, I wouldn't make it out of there alive. It was that simple. Ух ты ж, мать твою за ногу! Ну чё творится? Месиво. Кто там лупит так жестко прям вообще? Экшен. А, вот и где. Боже. А, понеслась. Так, где они бегут? А, вон они. Да. Вижу. Что-то бы не свалиться бы сейчас только. Так, ну укажись порядок. А нет, еще один где-то. Вон он. А нет, это Макс. Еще немного и Макса бы завалил. Заперт. Ну понятно. Окей. Listen, Mona, the funhouse. You wanted to talk about what happened. Yeah. Well. Well, what, Max? Repeat. You're breaking up. Damn it. More commandos. Mona, can't you? Max. Come in. Can you hear me? Это мне пригодится. Так, пожалуй, я прихочу этот стол. Мне что там? Запал душ. А, погоди. Так, не получится. Он без прицела, поэтому не катит. Для этой миссии не катит. Ну, черт с ним, ладно. Так, мне на эту, ту сторону или нет? Кто это делает? Да ну блин, вы гоните. А. Тут, здрасте.
Так, это все? Кажется, все. Но, походу, мы пришли все-таки не на ту сторону, поэтому будем искать выход. Так, сейчас. А, там же, если я не ошибаюсь, можно подстрелить как-то тон наверх. А, вон оно что. Все, я понял, как это произошло, да. Так, у вас он то же самое. Хорошо, хорошо, ладно. Поработаем. Так, никого нет, нормально все. Кто это делал? А? О, щит! Ох уж эти полеты. О! Как тебе такое, мистер? Эх, моща. Ай, лал. Я не могу. Это, конечно, ржач. Вот, забавно, как бы, да, что он текстуры 2003-го там. Или первого. Не помню года. Но при этом выглядит все вполне себе неплохо, потому что это фотки. И это еще до появления я PBR там шейдинга. Как-то. Не знаю, ностальгия пробирает, наверное. Так, ну, судя по всему, мне вниз. Ух ты ж какой! На тебе еще. Еще тебе на. Еще на. Так, падай вниз. Так, полетел. И полетела бомба. The sirens had faded away. Mona must have been here. Some other emergency someplace else. Так, следующий. О, чёрт! Понятно, короче. Так, загрузка. Так, ну-ка еще разок. Еще разок, там все получится. Так, ну чё, парни? Right in the deck. Не толпитесь, у меня пуль на всех не хватит. Главное, или хватит. Тут я ошибался все-таки. Так, что, наверх, наверх, на низ. Получится вниз, наверное, все-таки. Так, ну и вот тут уже опасно вообще прям, потому что ни хрена не видно, кто там стреляет. Какой придурок это делает? Так, не по. Спасибо. Кто он такой умный вообще, не помню. А, вон они все. Невыносимые люди.
Хорошо. Фу, чуть не упал. На волосок от смерти. Не в ту сторону, женщина. Так, ну ладно, пережили. Фух. Че это было? Лоу. Ох, обожаю эту игру. О-о-о-о-о-о-бой. Да. Это прекрасно просто. Так, кто это делает? Так, тихо. А ну не стрелять. Угу. Да, блин. Ладно, это было тупо. Так, сейчас я подготовлюсь. Ух ты, какая штука. Неплохо. О, парни. Погодите, у меня тут неловкий момент, конечно, ничего не скажешь, но... Уф. О, блин. Так. Ага, наверху двое. Отлично. I'm at the bottom of the pit. I'll find a way out. Okay. The commandos don't want us to leave. I'll talk to them. Давай поговорим. Так, лифт. Лифт это по нашей части, давай. Okay, I see the lift. I'll be there. The cleaners are gone. It's all clear up here. Firing a gun is a binary choice. You either pull the trigger or you don't. Stop. Stop. Wait. Stay out of this, Max. You're only making it worse. You've been suspended. She's one of them. She's here to kill me. I'm doing my duty. She is a fugitive murder suspect. I'm taking her in. She resists, she gets shot. As surely as the bullet rips through the victim's flesh, organ, and bone, it shatters the image of the man who presses the trigger. Easy. Back off, Payne. This is what I see when I look back. These moments. Blinding as snow, they kill you, change you, you die and live again, remade. No, Mona. Winterson! Over here! Hold it! Ah!
Detective Winnison! Officer down! He went over the edge! The genius of the hole. No matter how long you spend climbing out, you can still fall back down in an instant. Ну да. Вот забавно, как бы, да, что в официальной локализации это перевели как «Гений дыры». I had a dream of my wife. In it, I murdered her for my lover. Хотя переводится он за гениальность. Pupils blown, head trauma, God only knows what else. He's in shock. Start two large bore IVs, get him to ICU stat. He's not responding. This guy is a train wreck. I had chosen Mona. It felt like I had lost her. You're a real angel, Max. Вот так оно значит, да? Макс. 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 О, Макс. Погодите, я еще не закончу. Стой. Стой, погоди. Зараза подзывает какая. И Макс такой на поводу пошел, конечно. Вот уже Макс. Макс. Думай. Так, не, погоди. Постой, я разберусь. Я все исправлю. Угу. I'm sorry. Вот это корёжит, конечно. Ну, пойдем. Так, сейчас, парни, одну секунду. Прошу прощения, небольшие технические неполадки. Какая актерская игра, а? Ну, прям тебе все мысли выложу. Что ж, пойдем посмотрим. Stop. Wait. Stay out of this, Max. You're only making it worse. You've been suspended. She's one of them. She's here to kill me. I'm doing my duty. She is a fugitive murder suspect. I'm taking her in. She resists. She gets shot. Easy. Back off. Так, закрыть нельзя, ничего. Ладно, пойдем наверх. Что тут творится вообще? Gotta solve the case. We've been betrayed. You
Gotta find out who. Solve the case. Promise me. Promise me, Pate. Stay true to the badge. Find out who did this. Pate! The cleaners, Abby Finn, Senator Gate, Mr. Corcoran, they were just peripheral noise surrounding the case. Winterson's murder was what it was all about. The cost of passion, my courtship of Mona Sachs, my case, my crime. It wasn't about finding the killer. I was it. It was about looking for a deserving Patsy to pin the blame on. Ну да, да. Что-то в этом роде. Заранее, конечно, еще предупрежу, что к 8 часам... Сова, привет. Рано. Но я же предупреждал, что я пораньше буду сегодня. Я, короче говоря, если что... то посидим до 8, потом перерыв на пару часов. Я пойду посмотрю у Макса стрим. И после этого обратно продолжим. Макс, it's your duty as a detective. Duty? That's the best you can do. Too late, Max. You are under arrest for murder. Ага. I'm doing this for you, Max. A bullet in the head. I can end the pain. Да вы с ума посходили, блин. Все. Сумасшедшая баба. О боже. Так, праздники начнутся сейчас. В таком случае праздники, чё? You come too, amidst the wreckage of your own. Аким. You stay there. Купи блендер. Eyes squeezed shut, afraid to move. В смысле? Or do you crawl out, help your loved ones, make sure the fire doesn't spread? Добро пожаловать, тем не менее. This is your final warning. We have surrounded the building. Drop your weapons and come out with your hands above your head. Так, сейчас пару секунд. Я чуток поменяю, наверное, тут звук, потому что. All this time we got the fable of Sleeping Beauty wrong. All units are in position. We are ready to go. Prince didn't kiss her to wake her up. No one who slept for 100 years is likely to wake up. Okay, people, get ready to go in. We are gonna hit the place. Ну, плохо было поспала 4 часа сегодня, думал о нем поспать. Да, допустим, как я мог бы не поспать на стриме. Ах, черт. Вечно у вас как-то не получается. Не, я проснулся сегодня... Во сколько проснулся? Там 7 часов? Да. И... When I had woken up in the hospital earlier tonight, так блендер же бесплатный. Couldn't get any worse. I was wrong. Ты сейчас скажешь платный. Fast forward from that to Winterson's body at the hospital morgue. I was a murderer, a cop killer. There are things in life you cannot choose. How you feel. Так, ну это явно не все как у людей. The bottom of the hole long enough. Ну бывает. Too long. Водка. А ты купи. The cleaning company commandos were coming for me. I needed a gun. I needed to get past them. Hope the painkillers were enough to keep me on my feet. Надо найти один на блендер мне, пожалуйста, потому что я не того. Так, пошел вон. Я потратил последние бабки, какие он сегодня себе на кеды. You can run, you can hide. Run. Так, стоп. А я куда туда? А дали как я? Черт. Так, ладно, будем думать. In there, you stupid fuck. I'm coming for you.
I'm coming for ya. Так, понял. Так, мистер Пейн сегодня немножко не того. Фух, так, сохранимся. А, щит. Фак. Так, понял, двери запер. О, это охранник был. Так, у меня зависла игра. Ну, планшет заказал. Поздравляю. Так, сейчас куда они пойдут? А, щит. Охранник, охранник. А, фак. Да иди ты в жопу. The dead security guard had dropped his gun in the doorway. Ну теперь у меня есть пистоль. А когда у меня есть пистоль, у меня есть два пистоля. А когда у меня есть два пистоля, у меня есть еще и автомат. Now I got a machine gun. Oh, oh, oh. Oh, fuck off. What am I doing? А. Твою ж мать. Меткий выстрел. Ну. Так, есть, подобрал. Хорошо. Работаем дальше. Ничему не учатся. Фух. Так, ладно, каким-то чудом еще мы выжили. Это хорошо. Так, пойду, что я налью и моюсь. Давай. Ну, надо, да, сказать, 4 часа это вполне себе неплохо даже. Я обычно по 4 часа перед работой сплю. Ну и по-хорошему, мон 4 часа это один полноценный тот цикл сна. Поэтому для подзарядки то временно нормально пойдет. Так, еще желающие есть? Какие лампы? Щит. All right. Mm-hmm. Oh. Decided now might be a good time to rest up and self-medicate like a good American. Oh. Ну-ка. О! Ах ты ж мать твою за ногу. Чёрт, он слишком хитер. Уф! Что это было вообще? О боже. Так, а сколько у меня вообще там всего?
Ну, кстати, опять-таки. Вот это. Так, пойдет. Пойдет, пойдет. О май гад. Неплохо. Продолжим. Так, лифты. Крупинечка, привет. Да, просто то в ожидании на стрима Макса, как бы тут. Я прохожу Макса. Так, кто стреляет, господи? На. Вау-вау. Пау-вау. Holy shit. Так, еще кто-то остался. Живи, Максимка. At the construction site, I had been ready to give myself in. There would have been no answers, no second chance. Распродажа же мне уже не поможет, я потратился, поэтому все. Но пока что до аванса я полностью голяк. Mona was still the answer. I caught glimpses of her out of the corner of my eye. Felt her presence everywhere I went. Ну придется это еще подзанять под этот под 11 мая еще тоже. На что потратился? Ну посмотреть надо, я не помню. Мистер Пейн, I've been expecting you. То что-то я, короче, из Вишлиста набрал по скидкам. Fine. Why is the inner circle trying to kill me? I am dying. Cancer. Power has leaked through my fingers. There was a rebellion. A renegade faction has pushed the society into a civil war. Mm-hmm. Everyone who resists is assassinated. We have been reduced to fighting mob wars. Vinny Gagnitti? Wars. Vladimir Lem. I knew the answer before he told me. Vlad had lied. Cleaning company commandos were his men. Vladimir Lem has belonged to the society for many years. Gogniti is going to die in the hands of the Inner Circle Renegade. Then he is coming for me, his one-time mentor. Ох уж эта озвучка, боже. Oh my god. I left Woden at the door of his panic room. By talking of fate, Vlad had been asking for my blessing to his plan to murder me. I've been keeping to the backbeat, reacting to Vlad's moves, cleaning up after him. No more. Так, ну разумеется, сейф, потому что я не готов. Впрочем, готов. Так, Том, честно говоря, без понятия на этот счет. Так, и пожалуйста, спас дайте. Потому что спасу нет.
Once more, Captain Baseball Bat Boy has escaped Demon's Trap. Так, нам понадобится сейф, конечно же, потому что я еще... Ну, пройду через кухню, пожалуй. Так, живые остались еще кто-нибудь, нет? I took something to keep me going. I knew this was a debt I'd have to pay. А твою мать. Постоянно нажимаю на shift, опять же таки. Тут непонятно зачем. Так, ладно, тут уже все. Но он там один еще за диваном остался, по-моему. А, не, он труп. Подфартило. Так, ладно, кто наверху еще остался? Ну, пройдемся. Ага. Да ладно, вы гоните. Вы гоните, блин. Так, дайте мне ствол. Someone give this man a gun. Stop him. It's the killer chick with him. Ну все, я попал, короче. Здрасте, парни. Я мимо. Ой, не обращайте внимания. А, погоди, могу так еще лупить. О, точно. На тебе. По яйкам. Surprise time, my friend. Next time, make sure I stay dead. Твою ж мать! О, нет, еще и граната где-то. Кто? Где она? Фух. Оу, о, мама ми. А что творит молодой? Так, что за маг, что за стример? Да, друг мой, то самое, если хочешь, он заходи, как я закончу к нему на канал, я еще тоже пойду. Посижу. Slept in days. I needed something to keep me going. Great. Some of Max's little helpers. Да в смысле шут? Там не шутайте меня, пацаны. Pills took the edge off the pain. Oh. Oh shit. Так, я попёр. Чуть не расстрелял, блин. Фух, так. Так, понятно. На, парни попались на это дело все, да? Лол. Макс обычно шпилит, он не 3D-шник. Так, привелся чувство, теперь хоть то речь могу вести. Давай. Веди речь. Я пока что то пытаюсь он тут не помереть. Но получается плоховато, если честно. Не в ту сторону, Максим, не в ту. Черт подери. Так кто ж там такой? Кто там такой активный, блин?
Так, где еще один остался? А хрен с ним, короче. О, май гад. Уф. Вот напоследок там. Отсесим все на угерки, короче. О, боже. О, нет. Нет, ребята, ну я не готов, но... О май гад. О нет. О, блин, стрелять нечем. Нет. Нет, мужик, давай. Давай. Давай договоримся. Нечем стрелять. Так. А сейчас. Там. То почитаю, расслабиться надо немножко. Так, услышал перед уходом, что говорю, что... Так, расслабился, я понял, короче. Я услышал перед уходом, но ты говоришь, что постоянно так спишь, вот всегда спился. Иди, хочу спать, скоро пишу, но забит насморк. Наверное, такое, все подростки с вами общаются, либо честно, либо хотят умереть. Ну, подростковый вы возраст, как бы. Там-то, наверное. Я не знаю, конечно, тут трудно отсудить, потому что я как бы не психиатр прям. Но кажется мне, наверное, это больше то влияние средств массовой информации, да, там где-то там заметили такое и начинается. Кто там стреляет, я не помню. А ну иди сюда. Ах ты, сволочь. Ну все, я труп. А нет. Мама мия, чудом. Че творит молодой? Да ладно. Нет. Так, где ты есть, падла? Че тебе дать? Не дам я тебе ничего. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, тихо, Максимка, ты того не пляши там, давай. Так, может у нас сторожки, так, но почти просто нам приходится перебеждать, потому что они все перекручивают, да, потому что не понимают, как бы, смысла в жизни. Тут уже проблема, как бы, не знаю, мне кажется, это там похоже на нам вырождение поколений такое, знаешь. Так, парни, я только так немножко, да? О, нет. Я труп. Cleaning company vans. О, нет. Cleaner jumpsuits. The illegal firearms. The hard evidence that proved Vlad was behind it all. Так, дайте мне, пожалуйста, подлечиться. О, так вот они. I couldn't let them go to waste. Ну да, не пропадай же. Работаю, общаюсь, ну, в принципе, из того, что я наблюдаю, это та по большей, ну, части возрастное. Но то, потому что то быть суицидником таким депрессивным, это модно сейчас, типа. Ну, понятно, как бы, что не в моих на глазах, но тем не менее. Это как, получается, эмо, да? То же самое. Во. Так, не общайся с подростками, а общайся с дядями за 50. Да, ну, то за 50, наверное, нам тоже не надо, потому что они могут быть не... Не на одной волне.
со временем, скажем так. Ага, еще один там остался, да? Окей. Так. С дядями за 26. Ну да, да. Да хватит меня стрелять, блин, господи, вы достали уже. Дай, дай, дай. Оп. Чёрта вы попрошайки, блин, кто мне даст? Так. Так, парни, дайте мне что-нибудь. А, у меня еще есть что-то, хорошо. Что-то еще есть. Хм, зеркало. Неплохо. Ну да. Что-то побаивайся. Воу! Он где-то там попал, короче. Так, сейчас очень. Блин. Слишком добрая душа. Ну, слишком доброй тоже быть не надо, потому что люди садятся на голову обычно. Заряжай. Так, хорошо, этот у нас. Влад и Мона were on a crash course. Готов. If I'd find one, the odds were I'd find the other. Влад was after Vinny. He had left me a map to follow. Посмотрю, тот, который кидал, бороться с этим. Для миллионера, да, 6к на месяц, это без завтрака везет. Ну, понятно, как бы, да, что тут надо соорудить что-то. Winterson. А, вон оно, что. Да ладно, Уинтерсон и Влад. Твою ж мать. Бой? The gilding on the mask had cracked to reveal the rot underneath. Winterson's confession didn't wash away my guilt. It made me feel worse. I had a meeting scheduled with Vlad at Vinny's place. Тут как бы да, это самое. Если лим набрать вес надо, то приходится, конечно, жрать. Так, сейчас лишний раз на директор. Ну да, да. Как бы... Во-первых, всем не поможешь, а во-вторых, если ли у тебя будет все плохо, то... То и помочь никому... никому не сможет тоже. Ну поэтому как-то так. В первую очередь о себе заботимся, во вторую уже о других. Вот это меня жахнуло. I was still a couple of blocks away from Vinny's place. I had to get moving. Да твою ж мать, он сверху теперь. Вы посмотрите на это лицо, полное разочарование. I was still a couple of blocks away from Vinny's place. I had to get moving. Так, ладно, я подожду. Я просто подожду. Так, заряжай. Там. Блэд. Умрите все к чертовой матери, блин. Painkillers. A short-term solution, but I rarely look further than that these days. Так, никого не осталось. Черт подери, остался. На. Этому дала, этому дала, этому не дала. Так, значит, что тут у нас?
Вот такой мужик прям. Топ, ломаю стены. Голым торсом. Так, ну что, мужик, рассказывай, что показывает сегодня? Так, а просто к чему? Тот парень, которому я хотел приготовить, он мне спиной на высоту говорит, что мне окей. Я ему пытаюсь объяснить, что может делать. Нет, то... ну тогда не готов какой-то, да, смысл. Опять же таки, харчи переводить только. Ай, блин. Ну, скажем так, подрастет. Подрастет еще. Подрастет, опять же, мозги на место. Там, может быть, встанут, но признаться, сейчас меня уже напрягает его уровень интеллекта сейчас на этот тот момент. Так. Ну, наконец. Слава тебе, Господи. Угу. Да ладно, и двери... Че я поднимался тогда сюда, вообще непонятно. Ну, походу... Я поднимался, чтобы спуститься. О боже. Твою ж мать. Ага. Так. Так. И куда? Блин, не похоже на выход как-то вообще. Ни разу. Ну, пойдем обратно. Или стойте. Что, хотя не. Не. Так. Разучилась видеть свои проблемы, на самом деле, выделяю. Заботы и забываю свои проблемы как-то легче. Ну... Может, это та своего рода терапия. Я на этот счет как-то там не задумывался. В таком ключе. Но, в принципе, мысль довольно интересная, я скажу. Так. Ага, понял. Мимо. Но не мимо. Он, видали, как могу? О. Ты парень глупый, мы будем заниматься, больше книжек и статей читать, конечно, раз у тебя будет дело женских мечтаний. На кому карантин на меня? Ну, я считаю, что такое поведение — это та способ привлечь внимание, который уходит еще корнями глубоко в детство, скажем так. Вот. И в этом случае получается на следующий расклад. Он человек пытается пробить кого-то на жалость, при этом как бы... Да блин, господи, а откуда вы все беретесь? А при этом, короче говоря... Вот так вот можно. При этом манипулирует остальными. То есть такое поведение, это по сути способ уже манипуляции. Что ты ржешь, блин, идиот? Ай, ладно. Какая разница? Так, понятно, короче, мы куда-то вот сюда ушли. Но не дошли. Потому что нас сбили тупо. Как самолет. Так, туалет есть. Обезболивающих нет. Тут непорядок. Я пойду наверх посмотрю. Что там происходит, как там происходит. Ну это как... Так, ну да, он говорит, что он пару раз садись и говорит, что нежеланно. Я послушал, как с ним разговаривать.
Не забирают полностью. Ну да, да. Это еще, ну, возможно, патология. Окей. Oh shit. Can I try it? Oh, I can't help myself. Так, парни. Мы на стриме, давайте. Давайте работать. Что это такое? Абор. Надо же такое. I hadn't slept in days. I needed something to keep me going. И есть у меня такой ученик, который тот постоянно на рассказывает, ну, всякие там жалобливые истории, там, мол, там родители там там выгоняют из дома, а еще там что-то, да, если не кормят, то бьют его там и прочее такое. Но это там в принципе то знаю, что это неправда, поэтому подобным вещам относиться надо, ну, с подозрением как минимум, а второй момент — проверять информацию. Ну, потому что там рассказать вам, что может тебе одно, но как бы с другой целью, поэтому тут уже такое. Так, ну что-то как-то устал, я себя рассказываю про пропажу, все равно никто не заметил, что говорю, ну дело как знаешь. Ну правильно, да. Том, забей, короче говоря, не уделяю абсолютно нам никакого вам внимания, но потому что то это будет там продолжаться бесконечно только. Вот эти все манипуляции, блин, дурацкие. Hey, where the hell have you been? What took you so long? Where's the rest of you? You're the reinforcements Finney promised us, right? Uh-huh. Who else? Only it's just me. The cleaners got the rest. God damn it, they're killing us like flies. I guess one extra gun's better than nothing. Uh-huh. Okay, let's go. Так. История больше. All right, we'll head to the light. We need to keep those Russians away from the boss. Ну да, как бы да. Я в принципе понимаю. Одно дело там та просто та пожаловаться на жизнь, не знаю, там то выпустить пар. А другое уже, когда такие вещи происходят. Так, ну понеслась. Так, еще где-то? Нет? Откуда вы взялись? А, вон оно что. Вон оно что творится. Полет. Пуш. О, блин, надо было проходить без модов, тут как бы там физика поправлена уже тел, а вот старая физика — это ржач полнейший, я вам скажу. Что прям дикие такие. Фу, блин, я тебя чуть не пристрелил, блин, идиот. Так, честно, я... Кто это был? Она. I felt I clawed my way out of a wooden box in a 6-foot hole. That was too. Да, в смысле? Ах, вы падлы. Когда ж ты помрешь, господи, ты боже мой.
Что творится? Так, просто уже не особо верю, что он столько много занимается, как говорится, совершенно не спит, как говорится. Ну вот, да. Об этом речь, как бы... Доверять на слово, опять-таки, я бы мог, но только очень-очень уже близким людям. Вот это не всегда, как бы, тут подключать уже надо здравый смысл. Еще один. Уф. Так, никого? Нет? Так, ладно, порядок. Так, много информации забывается. Так, господи. Стыдиться тут нечего. Как бы я то же самое. Иногда такие, блин, очевидные вещи пропускаю мимо ушей, как бы, да. Что там... Знакомые со стороны там смотрят, говорит, ты чё, вообще что ли, блин? То, бывает и такое, как бы. Просто, как бы, у меня, ну, сами понимаете, типа, постоянно надо работать мозгами, и мозги там забиваются, потому что информация, блин, не успевает просто там выгружаться никак. Вот, ты вроде где поспать и ложишься, но просыпаешься обычно с тяжелой головой, поэтому такое дело. Так, я не пойму, куда мне идти. Ну да. Я-то пойму, как бы, но... Ну, поскольку сейчас он как бы доверяю, да, то... Что, может быть, некоторые вещи не распознаю. Разум тут затуманивается. Так, ну. Погодите, это выход, не выход? Что-то не понял, куда мне идти вообще? Так, вот. Так, ну хорошо, этих я пристрелил, значит, дальше куда? Туда не пройти, сюда не пройти. Там заперто. Ага, отсюда я зашел. Приехала машина. Но пострелять по доскам бессмысленно. Как минимум странно, ладно. Может быть, не сработал там скрипт или еще что-то, я думаю. То потому что здесь-то конец карты. Подозрительно. Давайте... Хотя толком. Твою ж мать. Так, понятно, короче. Ни в какую прям, да? Так, забыл сказать, что историк не один из такой классный. Физика, который объясняет то, что даже просто на сижу и слушаю. Ну вот, вот. Тут есть люди на планете, как бы, что нормально. Чё-то мне кажется, что придется на сейчас обратно пойти посмотреть, что там я пропустил, потому как чё-то я дупля не дам. Куда идти, что делать, как делать? Так, там не зайти, тут не пройти. Пойдем обратно. Сходим обратно, посмотрим. Так, по-моему, у нас он что-то пошло не так, да? Я подозреваю, конечно, что так получилось.
Понятно. Так, учитель по английскому, с ней познакомился благодаря соцпедагогу, но меня не преподает. Ну. В принципе-то тут. Там знакомство это хорошо. Так, а что же делать-то? Ну, так, Genius and the Hole. А, уже третья пошла часть, да, то есть. Slum Neighborhood. Ага. Походу нам на следующую. Пойдем на следующую. Ну, не знаю, что, но. То не сработало как-то. No, Payne, not you! Why does this keep happening to me? Payne. You gotta help me. There's a freaking bomb in here. If I take the head off, it blows. Bye bye, Vinny. You're a freaking cop. You gotta help me. How did this happen? The Russian tricked me. Join the club. Russian. I can help you get him. I can't. I swear, you get me out of this, and I can help you get him. Так, нас осознанного человека, наверное, помнил профессия оператора, которым я хотел очень быть. И из этого, если не поступит на МГДУ на программиста, то на компьютере на поступ... на оператора. Вариант. То, чего нет. They're coming to kill me! You gotta protect me! We gotta get out of here! Through the backyard! I didn't buy Vinny's promise to help me, but I was willing to do anything to complicate Vlad's plans. Payne! Cover me! Cover me! We gotta get through there! Payne, what are you waiting for? Don't let them get me! Kill them! Kill them! Уф. Hell yeah, baby. Отлично. Так, чё? Да погоди ты, господи. This way, this way. I took something to make me feel better about myself. Ну вот уже неплохо, ладно, хотя бы так. А то жить будем. Да не вопрос, сейчас сделаем все. Оу, щи. Вот так-то. Так, еще бегут. Ну погнали. Ну, в принципе, да. Удача тут не помешает. Там, блин, мужик, ты что, не целишься вообще или как? Воу! Ничего себе. Жопу тебя, на. Да сколько вас тут будет, а? О, блин, каску прям снес. Так. Черт подери. Покушаю и сяду писать. О, это хорошая мысль. Ну, по крайней мере, это. Ну, то хорошо, что у тебя все по плану идет, как бы.
You hear? You hear, you bastards? You're gonna die! You're gonna fucking die! За праздники подтягивает. Ну да, да, да. Я наконец-то там дописал уже книгу сегодня. Как будто она неладна. По-моему, кто-то там сзади опалил или нет? Это вроде нет, нормально. Так, надо подбирать он стволы, пока есть шанс. Ну, полезли. О, блин, ну. Там двое уже перелезли. Черт. Ну, типа, отмучился. Я сдал ее уже на последнем издыхании. Я надеюсь, что не придется больше там заниматься этим всем. Потому что там меня, если честно, блин, заколебало дико вообще. Это все там месяц просто в напряжении, блин, сидеть. Блин, дайте мне аптечку. О, да. Признаться, я хотел на еще и попытаться сцена попозже отложить, но потом уже как-то это самое. Поразмыслил, что я буду, блин, тупить сидеть. О, ну наконец-то оружие есть, блин. А я тут как идиот хожу. Станицы. Так, Винни уже походу того немножко, да? Так, понятно, подорвался Винни, короче. Так, ну ладно, на, теперь я знаю уже куда мне идти и ничего брать, поэтому сейчас мы это быстро все решим, думаю. Fucking die. Так, сохраняться бы. Я вот что-то не пойму, почему у меня нет запасного оружия-то. Собственно. Оружия-то нет. Mm.
Так. Чё-то я попал, блин, походу. В просак. А, чёрт подери. Так, ладно, ещё разок. Ещё разок, нормально. Пойду на грибу оружие, блин, потому что мне это оружие надо сейчас. Бежим забирать стволы. Так. Понятно, короче, требуется перекур, походу. Я так не потяну, блин, сразу. Ладно. Так, у нас уже без 15.7, там, я не знаю, во сколько Макс он сегодня не начинает. Давайте, наверное, сейчас я спрошу, узнаю, потому как, если он сейчас уже начнет, то мы, в принципе, чуть раньше можем пока закруглиться, а потом уже по окончании его вот там стрима я продолжу. Так, сейчас... Так, желающих пройти мультиплеер в Портал 2 сыграть? Ну, Портал у меня-то есть, но признаться, у меня мозгов теперь нет. Если я раньше еще более-менее хоть еще как-то там держался, то сейчас это будет проходиться, ну, долговато как минимум. Ну, господи, отвечаем. Максимка, чё ты? Так, понятно. Короче, он отвечать не собирается, поэтому у нас ещё один раунд. Два дуба сидеть. Да можно попробовать. Оба! Так, я пошел. Чёртовы балярыны. Ладно. Пока работает все вроде. Подсохранюсь. Это тоже. Ну да. Майские праздники — это святое, как бы. Че? О. Как это я пропустил его?
Винни? Нет? Так, ладно, еще раз. Ни хрена вас тут. Так, по-моему, там слева уже полезли. Да? Да. Мать вашу за ногу. Чертовски сложный момент попался. Да. Договоримся. Так, договоримся. Дайте мне АК, пожалуйста. Стойди куда хочешь, блин, господи. Ты забодал меня уже. Придурок. О, мама. Так, где? Щит. Так, ладно, им пока. На патронах побольше будет, поэтому. Ага, блин, голова не пролазит, да? Оу, да ладно. А, блин, у меня вылетела игра, короче. Это знак. Это знак. Так. А что ж не так-то? Да подробности какие были? Что у нас тут потерялось-то? И какого хрена вообще? Висяк. Да. Короче, что, вылет. То вылет, залет, недолет. Я думаю, а что если сейчас попытаться переустановить, попробовать? Вот. Переустановить и без модов запустить. По идее, мы должно же там что-то как-то заработать. Так, а ну-ка, Steam. Steam. Так, сейчас, короче. Так, не могу понять, что за расставый дурачок. Типа, если он снимет этот костюм, его убьют. И если он снимет костюм, то Том взорвется. На костюм заминирован. Вне стрима можешь. Так, то теперь не понял. Ладно, у меня, короче, мозг провис. Так, сейчас. Сейчас, народ, одну секундочку. Так, games. Так, где там у меня Pain? Сейчас мы это дело, короче, по-быстренькому. Просто-напросто перепроверим. Сейчас возьмем этот. Кэш. Вот. И пускай оно сейчас там закачает. Что нам нужно. Так, отдохни, покушай, перестанови игру. Ну, да, это та вполне подходящий вариант. Как раз он сейчас, он Макс там скоро начнет. Ну, я подозреваю. Да, он пишет в 19, поэтому остается там 7 минут. Так что... Если что, в 19 час можете заходить на канал Макса. Я дополнительно еще накину этот рестрим. Ну, поэтому если не найдете вдруг, то,
то на канале у меня она, но тоже показываться будет. Вот. Ну, поэтому пока что, наверное, перерывчик. И спасибо, что приходили. Увидимся где-то через пару часов. Вот, так что давайте там. Не скучайте.